как это бы не грустно звучало, не будем утаивать, что в любом случае спад клиентской базы, он произошел. Вот. Если, допустим, раньше клиент ходил, допустим, на все процедуры, это маникюр, там, перманентный макияж, ладно, он делается раз в полтора года, там, оформление бровей, окрашивание волос, уходовые, косметология, то, конечно, сейчас, допустим, мы можем отказаться от косметологии, но маникюр мы делаем всегда, потому что это такая процедура, которую нужно делать раз в месяц. Наращивание ресниц – это та процедура, которую мы будем делать каждый месяц. Такие процедуры, они всегда в обиходе. Я говорю сейчас именно за наш салон красоты. Спад на косметологию, спад на массажные какие-то процедуры. Да, спад он это есть. В связи с чем? С ценами или просто народу стало меньше? Ну, вообще... Общих денег-то больше не становится. Ну да, в нашем случае у нас все равно есть экономия. Косметология, у вас массаж, да, экономия, да, все равно присутствует.